Сони Сумфака. Сегодня 30 число. Последние дни лета, так сказать, мы решили покататься на велике с Пушком. Сейчас их немного починили, я, кстати, свой велик починил. Купил гайки, закрутил. Он не скрипел какое-то время, но потом все-таки опять скрипит. Я не знаю, надо будет нормально закрутить, слабо закрутил, видимо. Просто вот и все, и потом он скрипит. Сегодня хотели в мастерскую поехать. Или на шиномонтажку сейчас заскочим, чтобы закрутить педали. Да не будет, я думаю, скрипеть. Так что пока вот такие дела. Пошел там что-то смазать, все, велик. Мне, в принципе, ничего не надо, я так все смазал, помыл его. Наконец-то же. Только конец лета, я только его помыл. Нет смысла вообще не помыл. Наш хлам, вещь. Где он уехал? Он едет. Погода так поменялась, уже холодно, в куртках, вот в штанах. Ты что, жесть. Вообще печальная история, короче. Этот едет довольный, блин, закапал масло. Давай, тебе цепку хотел смазать? Здесь покажу топ-способ, как смазать цепку. Давай. Подними, короче, вельчик, чтобы заднее колесо чуть-чуть было. Ну, наклони его на вот эту хрень, понял? Блин, такое масло у тебя густое, конечно. У тебя густое масло, жестко. Соля. Соля. А ну, держи. Бля. А ну, попробуй проедься или что? Сейчас я загручу. У меня не такое просто масло. У меня машинное. А это... Шоу интуиция, что это за масло. Это вообще, что это? Эмульсия. Это вообще, блин, какой-то для волос хрень. Да. Вроде нормально смазали, посмотрим. Так же нормально, походу, как и мои педали. Подкрутили. Смотри, оп, облизывает. Эх ты. Что, нормально, Бобик? Так, классно потеплело, охеренно. Такая погода четкая. Как оно, ехать на велике и снимать? Как ты думаешь, я упаду? Короче, охрененная погода. 10 переломов из 10? Ну, может быть. Кто даст больше? Можно сломать себе голову, в принципе. Почему я это не снял? Такие скачки только что были. Нормально. Что, нормально? А что у тебя случилось? А? Кастрат. А что ты сделал? Ты радуешься, что у тебя седлуха в жопу не залезла, понял? Охеренная, короче. Продолжаем кататься. Я уже эти два дня катался, но снимал, потому что задувал микрофон. Сейчас вроде ветра нет, можно и поснимать. И тем более есть с кем, так что прям, в любом случае буду веселее. Чего ты там показывай? О, смотри, бахнись еще. Давай, дубль 2. Ой-ой. Я не рискую со своими педалями это делать, потому что у меня потом ни велика, ни педали будет, ни головы. Вчера мы катались на велике. Сегодня решил пойти побегать кросс. И это, наверное, самое печальное, что можно только сделать. Я неделю целую катался на велике, у меня так забились ноги. Ну, я пытался их прокачать. На самой максимальной скорости ездил. На самой тяжелой, можно сказать. Или так говорите, как хотите. Ноги забились, сегодня пробовал бежать. Я думал, вообще не добегу. Кроссик был 8 километров у меня. Я сейчас в душе вылез мокрый, это не обращайте внимания. Было бежалось тяжело так вообще еще. Плюс то, что я не занимался бегом в основном. Я все лето отдыхал, потому что вот этот первый год, когда я начал бегать 400 метров, очень тяжело мне выдался вообще просто. Пахать так надо. Ну, зато есть результат. Так что я решил особо не загружать себя на этим летом, эти два месяца примерно. Так что решил отдаться отдыху полностью. Ну, я бегал иногда, ходил на турник, качался, ну, так себе. Ну, не прям еще занимался, ну, так, ходил иногда. Но это не считается. И, в общем, решил так немножко перед самими уже основными тренировками побегать, порастягиваться. Кстати, о прошлой травме, которая у меня была в Кировограде, я вам не мог сказать, откуда она у меня. Ну, вообще, типа, я говорю, что заднее бедро, а совсем это было не заднее бедро, а, в общем, тянуло от икры, отдавало мне в ногу. Ну, в задние связки, колено или я не знаю, я особо биологии, физиологии не разбираюсь.
В общем, я выявил свою проблему, я решил более, так сказать, упорно разминаться, растягиваться правильно. А завтра, скорее всего, наберу своим пацанам. Может, соберемся на турничок, выйдем, попотягиваемся, посмотрим. Ну, я точно выйду, не знаю, как они, потому что в 60 лет ролики так не часто выходят в последнее время, но я буду стараться это исправлять. Тем более тренер уже позвонил, сказала, что все, готовимся, уже скоро тренировочки начинаются, через пару дней. Так что буду чаще снимать тренировки, сам тренировочный процесс и так далее. И буду, конечно же, промежуточно выпускать какие-то более качественные видеоролики. Всем до завтра. Завтра мы с вами встретимся на турнике. Так что давайте, смотрите. Всем приятного просмотра. Как обычно, на улице очень странная погода. Недавно было холодно, в курточках ездили. Сейчас жара, блин, нереальная причем. Вот на турничок пришел с своим топовым портфельчиком. Сам покажу. Вот, цените. Тему, да? Портфель находится где-то 15 килограмм веса. Так что сегодня буду подтягиваться с весом 15 килограмм и отжиматься на брусьях. Давненько так не делал. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Смогу ли я? Ну, я точнее смогу. Сколько подходов сделаю, это уже непонятно. Портфель набит. Ну как набит? Сейчас я вам покажу, что внутри. В портфеле лежит такой мешочек, набитый всякими железками, я не знаю. Вот. Тут даже есть шарики от подшипников, железные, металлические. Я взвешивал, это примерно 15 килограмм весит. Даже 16. Ну так, чтобы для простоты. Ложу это в портфель и потягиваюсь. Другого ничего не знаю, что добавить по весу, так что приходится добавлять железки всякие. Ладно, поехали. Сделал только что 3 по 8 и 2 по 6. С весом реально тяжело, там вообще капец. Сейчас буду без веса, я хотя бы подходов 5 по 10 или по 8, посмотрим, как оно пойдет. Друзья еще гады, блин, все заняты, я пришлось самому выходить, но это ничего, главное, что мы развиваемся, не стоим на месте, готовимся к тренировкам, чтобы тренировки давались легче. Сегодня, наверное, побегаю кроссик, еще не знаю точно, посмотрим. Хотелось бы побегать. Еще поел недавно. Тошнит. Еще после тренировки приду, еще раз поем. Немного отдохну и буду бежать, скорее всего, уже. Кроссик сегодня. Или на велике поеду на стадион. Ну, вот еще раз беру. Сейчас буду переходить на брусья потихоньку. Немного полегче давить, но все равно тяжело это. Все-таки плюс 15 килограмм. Я вешу сам в районе 78-80. Вот так. Вены вздулись, все обзывалось. Жестко. Сейчас буду дома жрать, как обычно. Что нужно еще делать? В моем случае, как не жрать, как тренироваться. Вот так вот. Решил все-таки побегать в гордом одиночестве. Сейчас забежал на стадион, отдал тренеру, там вещи нужны. Сейчас я клуб побегу, в свое любимое место, покажу вам, там поразминаюсь. Ой, красота. Мое самое любимое место, Николай. Каждый раз на бегу, все больше и больше нравится. Некоторые из вас знают, что у меня плоскостопие. Я когда много бегаю, очень много, как от 4 км. Кремово-то хватать, болеть, затекать, вообще ниже колен не чувствую ног сейчас. Но тем не менее бегаю, 400 бегаю. Ничего не важно, важно только цель. Любыми способами идти через боль, через преграды. Философия отваги. Сейчас буду растягиваться. Вместо болтовни лучше вам покажи закат.
теплые лучи лета, так сказать. В этом видео мы, наверное, уже будем прощаться с этим летом. Лето, которое уже не вернуть. Ведь лето 2017 уже не повторится никогда в нашей жизни. То, что мы сделали этим летом, это лето навсегда запомнится нам в нашей жизни. Смотря как вы его проводите, я это лето запомню. Были трудности в этом году, этим летом был отдых хороший, хорошие воспоминания. Так как я не пью, не курю, ни одного дня не пропустил пьянки. Когда ты пьяный, ты не знаешь, что ты делаешь, ты не осознаешь, что... Ты не знаешь, как проходит день, он тебя пролетает, потому что ты отравлен. Человек курит, пьет, он робит свое здоровье, свою жизнь. А жизнь и так кратка. Да и к тому же лучше эти деньги потратить на что-то более стоящее. В моем случае это еда. Или какие-то другие прелести жизни. Поездки, например. И так далее. Буду завязывать с этим видео. Хочу опять же выразить огромную благодарность тем людям, которые оставляют комментарии, пишут, поддерживают. Также благодарю своих друзей, которые со мной. Если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. Всем удачи, всем до новых встреч. I don't know why you're doing it, but it's not good and it's not healthy. It's not right. Not that I'm saying you don't have it together. I'm sure you do. You're a genius. And you really are. You're a genius. I know.